башен. Где вспышка была? На 12 часов сейчас начали башен. Больше правее взяли, левее. А не, один есть. Один есть и там. Да. Левее надо. Мешки не разбросали, контейнеры, по-видимому, даже дырок нема. Все, пулемет то там работает. Нет, почти мешка. Потому что слезет. Сегодня правее. Чуешь пулемет, как хуярит? Да. Да, стреляют-то, блин. Сюда стреляют, сюда. Откуда? Еще раз позначьте! Хуя не видно! Форма, смотри, хуя! Давай! Борман, ты видел? Да, сейчас у нас всех проблемы. Плюс. Я не знаю. Там, где дом, там... Бачишь, два белых дома, где дым белый поднимается. Еще левее, трошки желтый дом. А что это? Это патроны, что ли? Это в доме патроны, наверное. Это в доме патроны взрываются. БК! Все же в доме, Том. О, пряник пошел. Давай пряник, пряник. А пряник пошел? Да. Пряник, привет. Давай, Борман. Все, оттуда пришла пристрелка. Опять лопнула. Давай, смотри, тебе указания, давай, блядь. У нас парень простой, любит дискотеки. У него два новых диска.
Начинаем движение. Это не автоматик, это большой пистолетик. АКСУ. Хотя нет, он уже был известный с двумя магазинами. Потерял. 84-го года рождения, ничего парня. Опера не было. Черт, у вас сзади стрельба или мне кажется? Да, что-то слышно, блядь. Займите оборону сзади. Попробуйте понять, откуда стреляют. Сзади загружают. Под периметр. Решаю, блядь, сейчас по своим попадем. Все, стой. Ну смотри.